школах Самарской области постепенно вводят пятидневку. Пока на пятидневный режим обучения переводят только отдельные классы, а не школы полностью. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на данный момент по такому графику учатся уже 70% классов. Процесс перевода школы проходит постепенно. Министерством региона подготовлены методические рекомендации по переходу на пятидневку. Их направили во все органы управления образованием. Решение о том, когда и как переводить детей на пятидневную учебу, должно принимать руководство школы.